Здравствуйте, Валерий Владимирович. Вы всемирно известный хирург. Вы и ваша команда сделали больше 1000 успешных операций. Вот нашим зрителям очень интересно. Скажите, пожалуйста, как же все начиналось? Ну, все началось во время подготовки к хирургической олимпиаде. Но была небольшая проблема. Мне нужна была команда. Специалисты. Хорошие, знающие свое дело. Когда наша команда дошла до пика своего развития, мы решили оперировать реальных пациентов. Дальше. И тогда мы поняли, неважно, выиграем мы эту олимпиаду или проиграем, но самое главное, что мы будем спасать самое ценное, что есть у человека, это его жизнь.